как вы относитесь к антитабачному закону? Ну, я считаю, что это правильно. Ну, все-таки кто-то курит, кто-то нет. Кому-то это приятно, кому-то нет. Вот. Ну, на улице также идешь, и кто-то рядом курит, цапает. Думаю, что... Ну, я за, короче. К антитабачному закону? Ну как, положительно отношусь, я сам не курю. И рад бы был, если и другие тоже завязывали с этим делом. Это слишком жесткий. Слишком жесткий, и это... Ну это вообще, это столько людей будут штрафовать, просто сотрудников МВД не хватит, чтобы всех арестовать и на всех штрафы наложить. Ну замечательно. То есть вы за? Конечно, за. Положительно, хотя муж у меня курит, но положительно, чтобы нигде не курили. Даже не знаю, моей никто не курит, я, знаете, как-то не задумывалась. Но положительно. Ну, потому что курение, оно вредит для здоровья. Ну, и детей развращает. То есть взрослые люди сами могут за себя, ну, то есть выбирать свой путь, а детям надо показывать хороший пример.